Всем салам алейкум, друзья! Вы на канале Шим Рыбалка. Приехал на вот такой водоем. Это не речка, это просто вода. Глубина здесь 6 метров, 7 метров. Чисто будем спиннинговать, воблировать, джиговать. Если удастся поймать живца, поставим перемет. Все, поехали. Одеваем перчатку. Сперва попробуем на вот такой, не знаю как называется, в общем, белая рыбка. Бисмилля, первый заброс. О, блесну нашел. От шумовки половина. Пригодится. Пригодится. Друзья, у меня новинки. Вчера передали с города Павлодар. Серега делает вот такие воблера. Смотрите, ребята, это просто шедевр. Вот такой воблер. Не знаю, тут глубина сколько. 2 метра, наверное, углубление. Одну уже брат забрал, приехал. Вот еще один. 3 штуки подогнал мне Сергей. Его контакты, Инстаграм в описании. Заходите, заказывайте. Ручной работы, ребята, смотрите. Ручная работа. Сергей, ученик Сергея Соболевского, который Слава Броднику предоставляет вот такие воблера. Продаются в Павлодаре. Ссылка в описании. Номер, все в описании. Заказывайте у Сергея. Сейчас попробуем, как она ведет себя. Надо рыбу искать. Сейчас время где-то 3:30. У нас вечерка начинается в Казахстане с 6. Ну, посмотрим, как видно, играет она. Ё-моё. Капец она играет, ребята. Углубляется сразу. Блин, поймать бы на него сейчас. Удочка бултухает, Саш. Серьезная. Серьезная приманка, ребята. Туф, я испугался. Это, самого воблера испугался. Думал, щука там. Она огромная. Вечером обязательно поймаем. Что-то вода здесь мутная. Может, поэтому. Ну,
Мустафа красавчик, поймал 7 живцов. Сейчас перемет поставим. Стандартный прокол. Вот так. Раз. Два. Раз, два, три. Так, друзья, установил 5 баклажек. Вон они стоят. Найскс. Сейчас оттуда еще 3 баклажки закину. Щука будет? Верю. Знаю. Ух. Направо приехали мы. Километров 1,5, наверное. Здесь вода уже чистая. Здесь можно уже рыбачить. Капец чистая здесь. А там мутно было, поэтому мы ничего не смогли поймать там. Сейчас посмотрим первый заброс. Воблер от Сереги Павлодар. Так, разловили мы. Наконец-то. Я притащил, я опустил, она поднимался. Вот этот воблер плавающий. И щука побах взяла. Блин, вообще классно. Такс. Сергей, разловил твой воблер. Сейчас фото, селфи сделаю тебе. Я отправлю. Рабочий, рабочий. Килушка, 1,2 кило даже. Сергей, вот разловил твой воблер первый. Сейчас только что на подъеме, она возле берега, на подъеме воблер. Вот такая щучка взяла, 1,2 кило. Спасибо, Сергей. Ачу! Вечер начинается. О, вот так поднимается, как подводная лодка. И поднимаешь. На джиг перешел. Устал, короче, воблировать. Одного только поймал. Перешел временно на джиг. Посмотрим, может, со дна возьмет. О, есть. Щука есть. Блин, ушла. Ушла, ушла. Щука была. Хорошая была. Fuck you. Значит, на джиг хорошо идет сейчас. Что-то есть. Ой, блин, вот этот что ли? Пятый раз поклевка была. Пятый раз поклевка на этот силикон. Маленький. Весь силикон из растромсал уже. На джиг хорошо идет, окажется, со дна. Каждый заброс, удар. Каждый заброс, удар. Есть вторая щука. Джиголовка уже возле берега. На берегу стоят щуки. Джиголовка Самбо Манс. Сделал свое дело. Вот такая вот Самбо Манс. На одном джиге. Уже поднимал. Она взяла. Есть вторая. 3 щуки поймал я. Все трое
приподнять возле берега взяла. Середина вообще не берет. А с воблером возле берега ловить вообще не резон. Сразу цепляются вот эти травы. Друзья, я недавно проезжал возле речки, потом одно местечко увидел. Решил остановиться. С первого заброса я щуку взял. Сейчас этот фрагмент поставлю. О, есть с первого заброса. Есть щука с первого заброса. Блин, в корягу. Блин, в корягу, ё-моё. Надо отпустить его. Блин, щука. С первого заброса взяла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, ко мне. Ушла, что ли? Он стоит, стоит. Самбо манс. Резинка порвался. Сейчас новую поставим. Щука пойдет, вполне съедобная. Первый заброс, она там прыгнула, я туда кинул. Сразу взяла. Мустафа, қалайсын? Стадың ба бірдеңе? Что-то Мустафе не везет сегодня. О, есть, есть. Окон, наверное. Аласың ба? Жоқ. Мелкий. Ты чё у меня клюнул? Дитя! Ах ты! Иди живи давай. Больше не появляйся. В 2 километрах отсюда. Сейчас наш перемет стоит. Посмотрим, что там интересного. Может, мамка попался. Поехали, поехали. Котер, котер. Их. Сейчас сокон. Соберем, конечно. Ты что? 400 грамм. Что, на что взяла? А на мой этот, да? Угу. Это тоже от фирмы Самбо. Как она называется, не знаю. Сейчас. Судно остановлено? Угу. Финалы, котер, поехали. Все, ребята. Все, друзья, закругляемся. Сейчас свои щуки заберем. Поедем на то место, где я поставил переметы. Посмотрим. Если посмотрим, если на баклажках что-то будет, включусь. Если нет, то нет. Всем от души рахмет за просмотр. Скоро закроемся по жидкой воде и летим. Аллах жаса, полетим в Якутию. Первый лет я буду встречать там со Славой. Хочу! Мустафа одну окуня поймал и все. Ну тот раз он здесь хорошо разловился, говорит. Нормально наловил, говорит. Вот поэтому сюда мы и приехали. Не зря приехали сюда, от ноля ушли. Я сам поймал 4 щуки, из них 2 щучки, 2 щуки, пойдет.